Россию поднял с колен. Путин вывел страну из позора нищеты 90-х годов! За деда! Победа! Я шла, он в помойке смотрел. Понятно? Никто не пристал. Я хочу, чтобы ты знал, чтобы люди обратили что он внимание. За тебя жизнь отдавал. Я знаю. Так вот он ходит, по помойкам собирает помойки. Почему? Снимай. Мне 82 года, и я вот с узлами таскала. Не пропадом этот Путина, чтобы они все там... Вот видите, за сколько отдаем? Сколько стоит книжка? За 30 рублей. Вовка, ну сколько в день удается вам вот продать? Да не, даже тошно говорить. Продает свои вещи за бесценок, чтобы как-то свести концы с концами. Я бью всех этих Азаровых, вот верю, дали волю автомат. Я... Азаров один из губернаторов путинских. Пошла пострелять. Молодежь молчит. Я поражаюсь, как эта молодежь молчит. Почему она молчит? Боятся, наверное. Ну чего бояться? Вот смотрите, вот во Франции. Бабушке уже терять совсем нечего. Она к этому пришла окончательно. Приводит пример Франция. А молодежь еще думает, что можно отсидеться, переждать. Дескать, Путин сам по себе тихонечко уйдет. Угу. Я, между прочим, по роду работы очень много по Европе ездила. Очень много. Но... Сказать вам, кем я работала? Сейчас кем вы работали? Инженер компондирования по приготовлению ракетных топлив. А сейчас да я ладно. Нищая. Можете представить? А сейчас я нищая. В прямом смысле слова. Но зато у Путина мультики есть про то, как ракеты летают в сторону Майами. Это сколько же вы проработали? 45 лет ровно на заводе. Бабгаль, что вы думаете? И 15 лет учителем математики. Что вообще дальше делать молодежи? Как что делать? Да. Не молчать, не прятаться, собираться, общество собирать, выступать, а что-то делать, бойкоты устраивать. Слово об оскорблении ветеранов. Когда случилась Великая Отечественная война, мой дед был подростком. Их деревня осталась на трех мужиках. Одному было 10, другому 11, и моему дедушке 12 лет. Он очень не любил рассказывать о том периоде своей жизни, но всякий раз, когда разговор случался... Он не плакал, нет, у него просто сильно дрожал голос и были красные глаза. Все, что получил он от государства, это выцарапанные нами льготы, открытка на каждое 9 мая и пакет долго хранящегося хрючева. Это оскорбление, понимаете? Вот это оскорбление. Бабушка моя не дождалась никаких льгот. Она так и умерла. Не забывая каждый год подтверждать, что у нее нет ноги.